Молодежная городская школа «Актива Ритм» работает всего второй год, а популярность среди молодежи Ленинска завоевала грандиозную. Активисты ждали очередного форума целый год, столько же готовились организаторы. Подготовка к ритму начинается сразу после того, когда заканчивается ритм предыдущий. Учитываются различные ошибки, мы анализируем наш системный, программный подход, понимаем, что не получилось, что наоборот нужно взять на следующий год. Соответственно, в течение года, конечно, потихоньку мы готовимся. Это смена актива, и уже название само за себя говорит о том, что здесь соберутся активные ребята, будет проделано очень много работы, а, как говорится, работа делает нас сильнее. Я постараюсь по максимуму выжать из себя энергию, просто передавать всем людям, которые здесь есть, позитив, и просто буду зажигать. Для ребят 4 обучающих площадки по направлению молодежных инициатив. На станции СМИ в молодежной среде активисты углубились в профессию журналиста. На площадке добровольческий штаб самостоятельно разработали молодежные социальные проекты. В рамках отделения педагогических отрядов познакомились с мастерством вожатых, придумали новые игры и мероприятия для летней смены отдыха в лагере. И, наконец, как стать лидером, девчонки и мальчишки узнали на площадке «Совет лидеров». Несколько спикеров, которые приедут на общий мастер-класс, для ребят это будет сюрпризом. Помимо профилактики, это будет еще и приглашенный гость из города Кемерово, как личный пример, расскажет о том, как можно стать лидером, какими путями достиг он сам таких высот, потому что это, ну, тот пример, которым ребят близок всего. Он примерно их ровесник, это Кирилл Погорелко, который является членом регионального молодежного парламента. Новое знакомство, полезное знакомство. Ну и, конечно, мы не забываем о развлекательных мероприятиях. Наша молодежь это любит. Поэтому мы попытаемся сделать и развлекательные мероприятия не только веселыми, но и полезными. Ежегодно мы делали проект, разрабатывали дети проекты. В этом году мы немножечко решили усложнить им задачу. И по типу, так как дети сдают ЕГЭ, они также будут получать конверт с кейсом. И этот кейс будут они решать. Завтра у них будет большая кейс-сессия. По результатам презентации решения кейсов, которые выльются в небольшие проекты, каждая команда будет награждена, соответственно, золотым, серебряным, либо бронзовым грантом на реализацию этого проекта. Но, кроме того, самые активные дети смены, как это было и в прошлом году, будут поощрены бесплатными путевками на «Ритм 2018» и также нашими символическими футболками. Арина Рязанова и в прошлом году принимала участие в молодежной городской школе «Актива Ритм». «Эти два года абсолютно не похожи друг на друга», — говорит девушка. Арина уверена, что вернется с форума обязательно с новыми знаниями. «Ритм» — это очень интересное мероприятие. Оно само по себе заставляет детей становиться активными, раскрываться, и это самое главное «Ритма». И не то, что просто раскрываться, и все. Оно заставляет детей помогать обществу, помогать людям, и это великолепные чувства, когда ты понимаешь, что ты ребенок, но ты что-то можешь сделать для своей, даже не то что страны, а для своего города, поменять что-то. В непрерывном общении ребята узнали об интересных идеях и начинаниях, о самих себе и собственных талантах. Ведь «Ритм» — это не просто 3 дня отдыха, это источник крепкой дружбы и любви, а еще настоящая школа жизни.